Мед, рыба, овощи и даже суши – товары из более чем 20 регионов представлены на открывшейся в Северодвинске Никольской ярмарке. Сотни горожан за ближайшие 4 дня отправятся туда за покупками. Сегодня на торжественном открытии торгового форума побывала и наша съемочная группа. Под барабанную дробь открылась сегодня третья Никольская ярмарка. Ее география традиционно широка. Гости из 20 регионов России и, конечно, Архангельской области, а также ближнего зарубежья заняли около 180 торговых мест. Вот такие массовые ярмарки, они позволяют жителям города познакомиться именно с продукцией местного товаропроизводителя. Вот мы, если видели, к продукции агрокомбината подходили, да, и люди спрашивают, это что, свои помидоры, да? То есть они еще не знают, что конкретно производит то или иное предприятие. Северодвинцы смогут купить буквально все, от грибов, ягод, меда, мяса и овощей до меховых изделий, обуви и сувениров. В ярмарочном павильоне разместились народные мастера. Их изделия эксклюзивны и могут стать приятным подарком любой моде. Значит, бусы текстильные, выполнены из ткани, и в основном они эксклюзивные, потому что они делаются вручную, изготавливаются из обычной ткани, сшиваются ткани. Да, это делают все сами. Мы учим детей, мы умеем сами. Цены на ярмарке чуть ниже, чем в магазинах. К тому же есть возможность поторговаться. Добраться до вертолетки можно общественным транспортом. На автобусах номер 9 и 22. Завершится Николенко 17 сентября.